Сегодня в Корпорации развития региона прошел брифинг по итогам поездки ульяновской делегации в Китайскую Народную Республику, которая прошла 17-18 января. Действительно, в этом году исполняется 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики и со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. И китайская сторона, и российская сторона планируют провести крупные, очень интересные мероприятия, военные парады, шествия, красочные представления, выставки и так далее. И мы сейчас ведем переговоры и с китайскими партнерами, и с нашим федеральным центром на тему о том, чтобы ряд вот этих очень интересных мероприятий прошли на территории региона. Ульяновская область продолжает укреплять связи с Китаем. Проводятся переговоры, круглые столы и конференции, благодаря которым подписываются новые соглашения о сотрудничестве. Так, в Ульяновскую область планируют привлечь ряд китайских партнеров, специализирующихся на ветроэнергетике. Вы знаете, что в Ульяновске уже второй год успешно работает первый в России коммерческий ветропарк. В этом году вводится в эксплуатацию второй ветропарк мощностью 50 мегаватт. Достраивается и вводится в эксплуатацию в ближайшее время завод по производству лопастей ветрогенераторов. В рамках визита в Китай ульяновцы посетили предприятие технологического партнера австрийской компании Green Source, где обсудили вопросы строительства на территории региона завода по производству солнечных панелей и солнечных станций. Сейчас инвестор выбирает наиболее перспективную технологию, которая будет использоваться в Ульяновске. Благодаря вот приходу, привлечению в наш регион новых инвесторов и открытию новых заводов, наша экономика активно развивается. Да? То есть можно отметить, что последние 10 лет индекс промпроизводства в Ульяновской области не снижался ниже 100%. Основой успешного сотрудничества также остаются крепкие торгово-экономические связи, которые исчисляются миллионами долларов. Сегодня это самый большой показатель среди всех стран, с которыми сотрудничает Ульяновская область. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.